Уважаемые забайкальцы, просим вас соблюдать все меры предосторожности для борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведь если мы с вами будем делать все правильно, носить защитные маски, соблюдать дистанцию, соблюдать все меры безопасности, то мы с вами сможем снизить сегодняшние показатели к нулю. Дорогие земляки, берегите свое здоровье, терпение вам и веру во все только самое лучшее.